Отвали. Давай, говори дальше. Не буду больше говорить. Я тебе пиздить буду. Да мне без разницы, пиздить мне. Выключи. Выключи камеру. Там нету камеры. Это предварительно. Змей траншейный включил камеру, но я же вижу. Ну, конечно, ничего. Что там, ничего не видно? Там разведдопрос. Стоило, да. Там разведдопрос. Ну, а ты что, кого-то предавал, что ли? Тебе что-то скрывать можешь? Я, допустим, человек вообще кристальной репутации. Я никого вообще в жизни не предал. Не предал? Я это, знаешь, это в армии, допустим, защищал эту всю шлепёвню, которую ты ненавидишь. Я потом только понял, нахуй, что их нахрен не надо было это трогать, это защищать. В самом конце. А я думал, знаешь, как они же это, люди. Они же, ну да, тупые. Ну да, это такие вот это. Но я думал, не, парни, я вас защищу. Я же это могу, нахуй, по закону. И нифига. Ну, это, знаешь, это, наверное, все-таки это согласен какой. Там люди, которые там, допустим, лейтенантами по 5 лет нахуй там служили, да, ну, в своей вот этой как бы обучающей теме, да. Я согласен, за 5 лет все вот эти вот раскрытия, вот эти вот движения, как управлять людьми, очень легко. Причем у них, наверное, специальные учебники, наверное, есть. Конечно. А вообще, наверное, учебники учебников, которые нам не давали. Конечно. Они почему еще это, знаешь, у них подспудно. Хоть им Красная Армия как бы это не позволяла, но все же они там, знаешь, там немножко там белое движение там в голове-то имеют. Да, типа, да, да, типа да, того, да. Что... А все-таки солдат должен быть, ну, максимум моим ординарцем. Ну что ты? Я хочу вставать, чтобы это повертянки были посушены. Ну, это, я не могу же это доверить, допустим, это офицеру. А самое смешное, что ординарцы как раз и есть офицеры. Жополизы, жополизов. Я не знаю. Я вот помню, нахуй, тогда вот это бухал, это какой-то год, нахуй, я после армии, 2004, 2005, 2006, может, 2007, что-то такое. Полковник, у него, блядь, этот ординарец, это старший лейтенант. Ну, ебаный в рот. Парень, который офицер, которому 23 года получается, да, ну, это минимум. А концепция его жизни, нахуй, означает, чтобы ездить и возить полковника, нахуй, на Волге. Тебе, я просто, знаешь, это его спрашивал. Тебе самому-то, сука, не приеду. Ну, я вот, ладно, я это солдат. Мне что прикажете, я только могу сделать. Ну ты, блядь, офицер. Ты. И ты просто ты какой-то охуительный водитель, что ли, че? Ну, не, ну я понимаю, там какой-нибудь там, это, не знаю, вождя. А полковника. Не знаю. Непонятно. Они, кстати, это, да, сейчас я вот не вижу вот этого вот и заступа вот это от военных. Знаешь, да, они, наверное, зарабатывают нормально, но они хотя бы не кичатся, да, там, какой-то фигней. Хотя, может, я не вижу, я не в курсе. Но вот раньше, когда их начали переделывать, вот твоя фигня вот эта с этой, как он, морслужбой, если честно, тут распиздяйся, ну, с моей точки зрения, ты понимаешь, это, потому что я служил в таких войсках, а ты вот в таких, ну, я не знаю, может, мариманы все такие, хрен знает. Твое мнение? Да нет, сэр.